Я бы хотела в какой-то момент, наверное, побыть жирафом. Мне интересно, в Африке. И ты такой высокий, и все видишь, всю саванну, и ешь листочки с самых высоких веток. Для меня русский язык — это дом, это все. Я здесь живу в русском языке, и иной раз я думаю, я могла бы, наверное, жить за границей, но все равно моим домом бы оставался русский язык. Мне здесь уютно, мне хорошо, и я не устаю узнавать какие-то новые вещи про русский язык. Он все время меняется, и это очень интересно. Мне кажется, любопытство ко всему, любопытство к бытию, глобальное такое любопытство. Всеобъемлющее, всеохватывающее, неизбывное любопытство. Без него ничего не будет, мне кажется. Я думаю, что любой писатель в той или иной степени обладает любопытством. Без этого просто нет писательства как такового. Но мне так кажется. Может быть, кому-то покажется по-другому. Но любого писателя назовите, и там будет любопытство к жизни. А иначе как ты напишешь что-то? Абсолютно любой, любое имя назовите, и вы увидите, что двигатель этого творчества, этого процесса — именно любопытство. Но я стараюсь в своих текстах касаться именно серьезных взрослых тем и выносить их для детской аудитории. И в этом смысле я не вижу большой разницы между литературой для взрослых и литературой для детей. Одинаковая работа с текстом, одинаковая работа со словом. Единственное, что, конечно, есть ряд тем, которые ты не будешь детям подавать. Но это не так важно, потому что для меня это не так важно, потому что я стараюсь работать с онтологическими темами, то есть с темами, касающимися бытия как такового. И в этом смысле неважно, взрослый или ребенок, человек. В моих книгах не будет социальных каких-то вопросов острых. В моих книгах один только вопрос: для чего я живу и, собственно говоря, зачем? Высказывание Моцарта я, конечно, в точной цитате не приведу, но он говорил, когда он начинал писать сонаты, он смотрел на нее как бы целиком. То есть он знал уже, какая будет у него разработка, реприза, экспозиция. Он представлял в целом. Вот я так не могу, потому что я, когда начинаю, я не знаю, чем закончится. Героев я особо не ищу. Я говорю, что они сами приходят, и это меня очень радует. «Совиный волк». «Совиный волк» оказал влияние на всю мою жизнь. Это был мой воображаемый друг, который научил меня любить то место, где я родилась. Я родилась на Крайнем Севере, за Полярным кругом. И поначалу мне было очень тяжело. Мне казалось, это самое темное, самое одинокое, неприветливое место в мире. И я не любила Крайний Север. Но появился воображаемый друг по имени Бубу, волк. Я про него вот книгу написала «Совиный волк». И он научил меня любить Север. Я думаю, что не только Север. Он, в принципе, научил меня любить. Эта любовь растет, растет, распространяется на разные совсем явления. Но по наследству от моей прабабушки мне перешла любовь к Катюше Масловой, например, из романа «Льва Толстого. Воскресенье». Очень сложная, как мне кажется, героиня с такой непростой судьбой и вот характером, который от дна до каких-то высот духа поднимается. Я люблю Катюшу Маслову. От бабушки почему? От прабабушки. От прабабушки. Она вам читала или рассказывала? Ну, я ее не знала, нет. Конечно, я родилась, ее уже не было в живых. Мне просто передали, что она очень любила роман «Воскресенье». Это была ее настольная книга. И вообще у нас в роду были толстовцы. И любовь к Льву Николаевичу во мне сильна. Я даже каждый день рождения старалась проводить в Ясной Поляне. Идеального читателя никогда себе не представляла, признаться, потому что я, наверное, не идеальный писатель, может быть, с этим связано. Но мне симпатичны люди, которые думают, в которых есть
как говорил мой любимый историк философии Мирабе Мардашвили, шевеление мысли. Если в человеке это есть, то мы с ним наверняка поладим, даже если мы с ним никогда друг друга не увидим. То через текст мы, я думаю, друг друга поймем. Литература, конечно, сейчас уже не то, что, чем она была в XIX веке, в начале XX, в середине XX века. Это такое становится, мне кажется, во многом элитарное искусство. Если мы говорим об интеллектуальной литературе, а не о каком-то, да, чтении для досуга. Книга скоро станет таким предметом роскоши. Но это связано с разными причинами. И с ценой на книги, и с тем, что люди переезжают в маленькие квартиры, в которых нет места для библиотеки. Вот сейчас модно студии, я знаю, там есть уголок кухни, уголок для кровати. Где здесь место для библиотеки? Этого нет в проекте. Об этом не думают, это не закладывается изначально проектировщиками, потому что это уходит. Это действительно элемент роскоши будет, мне кажется, достаточно скоро. Но сама по себе литература не уйдет, это наш способ осмысления мира и способ осмысления того, что происходит с нами вот прямо здесь и сейчас. Это, конечно, будет всегда, но будет видоизменяться. Вы знаете, так глобально я не мыслила, какой вклад я вношу в бытование русского языка. Но мне, наверное, радостно осознавать, что один из моих родственников был Ожегов, который точно внес вклад в развитие русского языка. И, конечно, до такого уровня мне, наверное, не дотянуться, но я стараюсь, по крайней мере, чтобы было не стыдно. То есть я слежу за тем, что я пишу, и максимально работаю над словом. Я очень люблю чужие языки, изучаю их по мере своих сил и возможностей. И мне хочется делиться этим, потому что, в принципе, любое творчество — это про то, чтобы делиться. Я что-то пишу, я хочу поделиться своим опытом, знаниями с детьми, со взрослыми. Я перевожу, я хочу донести автора до, ну, в данном случае, русскоязычного читателя. В разной степени я их знаю. Ну, наверное, 8. Ну, безусловно, искусство потерь, но искусство, прекрасное искусство. Я всегда вспоминаю стихотворение Элизабет Бишоп «The Art of Losing» — искусство терять, искусство потерь. Оно не про перевод, оно про жизнь. Ведь перевод — это так же, как и жизнь. Что-то теряешь, но что-то и приобретаешь. Это очень интересное занятие, я всей душой люблю перевод. Ну, что-то иногда жаль терять, особенно если мы говорим про поэзию. Вот в прозе еще можно как-то изловчиться и в большей полноте донести мысль автора, его синтаксис, его дыхание, его речи. Но в поэзии, конечно, если ты пытаешься сохранить рифму, то непременно поползет размер или что-нибудь еще, какое-нибудь слово пропадет важное. Ну, стараюсь, чтобы этого не было, но всегда, конечно, что-то уходит. Вот вопрос волнующий меня, поэтому я как-то акцентировала на нем внимание. Да. У меня есть опыт перевода «Дюймовочки» заново. И я столкнулась с непониманием людей, ну, особенно старшего поколения, которые выросли с переводом «Ганзен». Зачем переводить вот детскую литературу заново, в том числе «Дюймовочку»? Потому что это все-таки как маленький символ, маячок детства для многих. Кафку недавно перевели заново, Шекспира заново перевели. Но с ними все в порядке. Никто не говорит, что зачем. А вот про детскую литературу говорят. И это связано, мне кажется, с феноменом, когда сакрализируется что-то в своем прошлом у людей. Дюймовочка неизменно связана с детством. И когда ты, ну, то я вот со стороны трогаю ее, я как будто бы прикасаюсь к детству людей. Зачем? Не надо трогать, это наше детство, это святое, это сакрально. Но мне кажется, это надо для языка прежде всего. И для того, чтобы заново интерес возродить у детей современных, потому что для них Андерсон — это какой-то далекий-далекий мужчина с портрета, неживой абсолютно, который писал вот на этом языке 19 века, это что-то, это как-то скучновато для них, для детей вот современных. А мне хочется, чтобы они заново прочитали. Да, не с тем, что вот эта «Дюймовочка», которую
дюймовочка их родителей, прародителей и так далее. Это их дюймовочка, чтобы была. Мне вот это хочется. Я еще хочу Андерсона попереводить, несмотря на то, что я уже готовлюсь заранее к шквалу непонимания и вопросов со стороны консервативных читателей. Здесь зависит от возрастной адресации. Для совсем маленьких это какие-то первые шаги в назывании мира. То есть это отношения с родителями. Ну что-то такое первое, совсем простое, но тоже очень важное. Потому что ведь мировоззрение складывается в детстве. И то, как в детстве ребенок воспринимает окружающий мир, накладывает огромный отпечаток на его дальнейшее, на становление мировоззрения. И в этом смысле темы, конечно, тоже могут быть разными, но все они важны, неизменно важны. Для взрослеющего человека это уже отношения друг с другом, отношения с родителями в школе, да, какие-то вопросы, проблемы. Ну, вообще, мне кажется, я в этом смысле счастливый человек. Я никогда не знала буллинга в школе, никогда какого-то плохого отношения не знала. Такого вот со стороны окружающих. И вот здесь тоже дискриминации я не испытываю. Но я допускаю, что она может быть. Женщин в детской литературе больше, но это, наверное, исторически так сложилось. Если мы посмотрим на викторианскую литературу, большинство произведений для детей создавались женщинами. Это считалось такая вот сфера воспитания, все, что связано с помощью ребенку стать взрослым человеком, всегда была женская какая-то ответственность и обязанность. Но вот то, что сейчас в литературе происходит, в детской, например, мне кажется, немножко есть этот перекос. Очень многие женщины, став мамами, начинают создавать какие-то стихи или маленькие произведения для своих детей. И все бы ничего. Ну здорово, ты написал что-то для ребеночка, прочитал ему. Замечательно. Но они выносят это в издательство, и некоторые издательства принимают это. И вот здесь я вижу некоторую опасность. Засилье вот таких слишком невинных, можно сказать, невинных литературно книг на нашем книжном рынке. Может быть, это не очень, конечно, хорошие слова про современный детский литературный процесс. Но вот я так это вижу. Мне бы хотелось, чтобы была посильнее фильтрация, чтобы все-таки человек, который пишет, пусть и даже для детей, обладал некими знаниями, как минимум, о литературе в целом, понимал, как это работает, понимал какие-то элементарные базовые вещи хотя бы, потому что зачастую читаешь и понимаешь, что человек вне контекста, про филологию молчу очень, в принципе, немного филологов среди авторов, пишущих для детей. Кому-то вообще без разницы. Написал, и хорошо, пусть растут все цветы. А я в этом смысле немного сноб. Это профессия. Ты не можешь стать оперирующим хирургом, если ты не обладаешь знаниями. Или юристом. Каким угодно. Но почему-то считается, что писателем ты можешь стать по щелчку. Написал, издал, и ты писатель. Это немножко, даже, простите, конечно, обидно. Когда ты отучился на филолога, 5 лет это в аспирантуре отучился, и ты вложил в это всего себя, всю свою энергию, все свои силы, и ты воспринимаешь это как профессию, ты относишься к этому серьезно, и когда рядом с тобой стоит человек, который ни малейшего представления не имеет о механизме филологическом, механизме работы слова, и вы как бы на одной ступеньке, это немножко неправильно, мне кажется. Сейчас стало все так доступно. Когда мы поступали в литературный, было 15 человек на место. Мы как-то учились, хотели поступить. Сейчас курсов литературных, мне кажется, ну, больше, чем нужно. Но опять-таки это все с Запада пришло. Там уже это они пережили это. Бум сошел, а к нам только пришло, и мы начинаем вот это вот на каждом углу. Вы помните, несколько лет назад, 10 лет, мы все были юристами. Сейчас все писатели через одного. Ну вот, вот переводчика, мне кажется, с кондачка не станешь. Сложно сказать. Ну, наверное, больше всего обо мне можно узнать из книги «Совиный волк». Это такая автобиографическая повесть. Хотя, конечно,
герой, естественно, отделен от меня как личности, но это самая близкая ко мне повесть. Но также и «Кит плывет на север». Это то, как я себе представляю мировоззрение людей, живущих на острове. Потому что тема острова меня тоже очень волнует. Бытование острова, антропология острова. И остров — это такая метафора, конечно, очень сильная, мне кажется. И одна из первых приходящих на ум, когда ты думаешь об одиночестве, об изоляции, но в то же время о связанности со всем миром. Вот «Вино из одуванчиков» такой. Там встретилась дата 27 августа, как раз это мой день рождения. И так все там совпало, так срослось, что я в какой-то момент обнаружила себя плачущей над этой книгой. Хотя, казалось бы, ничего такого особенного там нет, над чем можно плакать. А над фильмами, да, частенько. Ну, потому что фильмы, наверное, так и построены, чтобы бить на первую сигнальную систему. И она у меня неизменно срабатывает. Ну, я недавно пересматривала фильм «Гран Торино». И, конечно, в конце, ну, конечно, пустила слезу. Тем более один из моих любимых актеров там погибает. И «Мосты округа Мэдисона», все это я очень люблю Клинта Иствуда. Хотя это такое сентиментальное, на самом деле, зрелище, но мне нравится. Ну, есть у меня такой недостаток, как праздность. Я люблю ничего не делать. Мне кажется, что я бы даже первое место заняла в соревнованиях по праздности. Есть одна способность, о которой я мечтаю. Это не бояться летать на самолете. Ну, здесь какая-то безнадежность на тебя сразу накатывает. Ну, во-первых, замкнутое пространство, я отрыв от земли. Вот я, наверное, земляной человек, мне нужна связь с землей. Но, с другой стороны, мой отец летчик. Я родилась практически на аэродроме военном. С детства я с самолетами, с их гулом, ревом, я к ним привыкла, и мне очень нравится эта романтика полетов, небо. Но какой-то внутренний страх присутствует, я хочу очень его побороть, и я, в общем, стараюсь. Я и люблю такой жанр, как ужасы, и вот фильм «Другие» назову, пожалуй, с Николь Кидман, такой викторианский ужас, там, где альбомы с мертвыми. Я вообще вот занимаюсь просто викторианской эпохой, и, наверное, то, что меня привлекло в ней прежде всего, это вот альбомы с мертвыми людьми, фотографии мертвых. Ну, это все объяснимо, все понятно, но это настолько завораживает, настолько вот эта эстетика посмертного бытия у них сильна, что она вот притягивает. Ужасы, ужасы, я люблю ужасы. Сами никогда не хотели писать? Конечно, хотела. Конечно. Материал собираю. Ну, тоже, наверное, из Фаины Раневской что-нибудь. Она говорила, что... Да хватит беспокоиться о сегодняшних неприятностях, завтра будут новые. Исторически есть много. Для меня все ученые герои, и Галилей, и Леонардо да Винчи, все герои. Но вот если говорить о какой-то прямо вот исторической личности из не так давнего прошлого, я бы, может быть, Павла Первого назвала. Один из важных персонажей, мне кажется. Я не историк, мне сложно как-то это все грамотно артикулировать, но он создал армию, которая смогла Наполеона победить, как мне кажется. Не знаю, может быть, я что-то ошибаюсь. Но он был, насколько я читала про него, человеком высокой дисциплины, высокой культуры духа. И он не любил роскошь, вот такую дворянскую, которую они себе позволяли, отменил грамоту для дворян. То есть он очень много чего сделал, чем мы до сих пор пользуемся. Ну и персона такая была необычная. Даже вот призрак, говорят, его бродит в Михайловском замке. Не видел, правда, но это интересно. Искренность, способность любить, интерес к собеседнику, к жизни, к человеку, к природе, ко всему. Если у нас есть интерес, значит, отсюда и любовь родится. Любовь не может родиться, когда нет интереса к чему-то. А человек, который не любит, мне не интересен. Очень много всего. В принципе, человек меня удивляет и восхищает всякий раз, когда я только знакомлюсь, от облика до каких-то высказываний, интонаций, настроений. Я
стараюсь подмечать. Мне все интересно в человеке. Ну, есть особенные моменты, какие-нибудь действия неожиданные вдруг, поступки. Иногда предательство может удивить, и такое бывает. Смогла бы, мне кажется, смогла бы. Зависит от человека, от того, как я его воспринимаю, и кто он для меня, и какие у нас связи нейронные, человеческие, личные. Но вообще, я думаю, что смогла бы. Я не знаю в себе чего-то, чтобы я не могла простить другому человеку. Ток, электричество. Я вообще фанат Теслы. И да. Специально ездила в Белград, чтобы посмотреть на его урну, урну с его прахом. И это такая моя сущность скрытая, наверное. Я думаю, что вот, отвечая на вопрос, если бы не писателем, то, наверное, я бы все сделала, чтобы быть физиком и изучать мир вот с его физической стороны. Ну, электричество, безусловно. Ну и отсюда все остальное. Может быть, такие первоначальные вещи, как колесо, тоже важная вещь. Интернет, самолет. Дальше будет только интереснее, мне кажется. Я слежу за новостями науки. Мне очень интересно, что будет дальше. Мне кажется, будут полеты на другие планеты, порядки вещей. Я слежу за цифровизацией. Мне вот это тоже интересно. И это то, что уже поменяло наше сознание, но что сделает из нас совсем других людей, потому что уже растет поколение, которое не мыслит себя вне цифрового бытования. Ух ты! Ну, когда как на самом деле? Иногда верю, иногда нет. Я не настолько сильна вот в политологии, в каких-то таких вещах, чтобы какое-то обоснованное мнение предъявить, но иногда мне кажется, что мир очень просто устроен, нет никаких над ним властителей. А иной раз мне кажется, что, конечно, кто-то этим всем управляет. В том и дело, что иной раз я думаю, конечно, высшие силы. А в другой раз мне мерещатся какие-то конспирологические заговоры. Ну, это, я думаю, это нормально для мыслящего человека, потому что когда придерживаешься какой-то только одной мысли, одной теории, слепо ей следуешь, это тоже некоторая узость. Все время хочется подумать, а если так, а если иначе. Я не вижу пока в этом ничего плохого. Я люблю всякий раз то место, где я живу. Сейчас я живу в Павловске, под Петербургом. Долгое время жила в Москве. Очень люблю Москву. И Павловск люблю. Но пожить еще хотела бы и в других местах. Я не знаю даже где, но я уверена, что я полюблю то место, где мне еще доведется пожить. Может быть, это будет Африка, может быть, где-то в Европе, может быть, в Америке. Не знаю. Такого вот прямо острого желания где-то пожить долго у меня нет, но я отпускаю это на волю провидения. Куда занесет, то место я и полюблю. Я стараюсь стереотипами не мыслить, но зачастую встречаешь вот про женщину. Ты должна. И следует список. Я вам уже сказала, что я мыслю и так, и иначе. И я вот могу сказать сейчас. Меня смущает стереотип, что женщина непременно должна быть матерью. Ну, все, что связано, да, с... Хранительницей, да. Да. Меня это смущает, с одной стороны. Но с другой стороны, я могу понять людей, которые так говорят. Но в целом, наверное, какой-то вот... модальность по отношению к женщине, какое-то вот должествование, что вот она непременно должна стать матерью, меня, ну, я не могу сказать бесит, это нехорошее слово, но смущает, пожалуй, да. Потому что здесь вопрос, сложный вопрос выбора, вопрос каких-то и физических возможностей, и социальных, и очень-очень много всего. Сама жизнь по себе, которая во всех проявлениях, да. И в плохом, и в хорошем, и в грустном, и в счастливом. Все, что есть в жизни, все ценно. Ну, кроме, наверное, каких-то тяжелых вещей, вроде убийства, конечно. Ну, жизнь, наверное, жизнь во всех ее проявлениях. Как-то я сдавала экзамен по философии, и мне как раз выпал такой вопрос. В чем ценность жизни? Как сейчас его помню? Я тогда ответила: в жизни. И этот ответ зачли.
Ну, естественно, такой вопрос не может не быть риторическим. Сейчас как раз вспомнилась цитата из Марка Твена. Может быть, не к месту, потому что вопрос про цитату уже был, но вот она мне сейчас вспомнилась. Он как-то писал, что два дня важных у нас есть в нашей жизни. День, когда ты родился, и день, когда ты понял, зачем. Вот я, наверное, каждый день пытаюсь понять, зачем. Иногда я четко вижу ответ на этот вопрос. Иногда он размывается, и я блуждаю в тумане. А зачем же, зачем? Вот очень по-разному бывает. Но я, наверное, каждый день ищу ответ на этот вопрос, но как и любой мыслящий человек. И это не удивительно, мне кажется, это нормально. У меня очень много разных интересных занятий. Я люблю выращивать мяту, например. У меня огород, я выращиваю мяту. Я играю на виолончели, на пианино. Люблю порисовать. Люблю бродить, очень люблю гулять. Ну, вообще одна, конечно, одиночество приносит много интересных мыслей. Ну и компанию тоже, я очень люблю своих друзей, свою семью. Если кто-то мне составляет компанию, я всегда рада.